Всем привет! Сегодня у меня день подкормки. Так как сейчас наступила зима, зимнее время, орхидеи подкармливаются не чаще одного раза в месяц. И я уже закончила частые подкормки орхидей и приняла такое решение, что моим орхидеям будет достаточно принимать удобрения один раз в месяц. Сейчас я вам скажу, что я принимаю на данный момент и в зависимости от чего я могу менять удобрения. Ну вот на вашем экране у меня орхидеи, которые готовы сегодня к поливу. Вот эта орхидея растит цветонос. Видите, какой уже цветонос она нарастила. Но и к тому же растут корни от основания растения. Такое растение можно подкормить и калий плюс фосфор, так как орхидея растет цветонос. Для хорошего цветения таким препаратом можно подкормить. Но я делаю иногда перерыв в этом удобрении. Сейчас я могу подкармливать такое растение удобрением, где присутствует азот. Почему именно азот? А потому что у нас есть растущие корешки. И лист вот этот вот, который тоже находится в росте, он уже дорос до нужного состояния. Все равно орхидею можно подкармливать таким удобрением, как Кимир Люкс. Кимир Люкс было название старое, сейчас это просто фертика. Вот это удобрение в розовой пачке предназначено для всего, и для овощей, и для цветов. Это универсальное удобрение. Вот это удобрение было в такой вот пачки цвета вот такого удобрения, предназначены именно для цветов. В чем разница? В том, что у них состав НПК маленько отличается. Я сейчас уже не помню, насколько он отличается, но для сравнения я смотрела и заметила, что разница есть. Так вот, сегодня я буду подкармливать именно для цветов, потому что эта пачка новая, я не хочу ее открывать. Единственное, что скажу, что в ней азот 16, фосфор 20 и калий 27. Азот меньше калия и фосфора. В данный момент это как раз хорошо, что он хотя бы присутствует. Так вот, я буду разводить сейчас этот препарат на литр теплой воды. Возьму 1 грамм, даже можно взять чуть-чуть меньше. Я всегда стараюсь взять поменьше, но приблизительно вот так вот на чайной ложке, вот так вот на кончике. У меня сегодня будет поливаться этим препаратом не только это орхидеи, которые уже находятся в фазе бутонизации, где вот-вот еще в течение там несколько недель она зацветет, но и другое растение, которое еще не выпустило даже цветонос, тоже такое удобрение пойдет на пользу, потому что растение не спит. Сейчас я вам все это покажу. Размешали тщательно, заливаем. Я заливаю в одно место. Мох, который находится сверху, он горкой и будет как бы стекать сверху. Поэтому я заливаю в одном месте, а потом мох возьмет в себя все, пока она стоит и питается. Потому что орхидеи заливаю я практически полностью. Стараюсь, чтобы верхний грунт также напитался и ни в чем себе не отказывал. Я имею в виду в воде, в питье и в подкормке. У меня остался препарат, поэтому я знала, что в этот горшок помещается меньше литра. И еще у меня есть две орхидеи, которые я буду подкармливать таким препаратом. Но эти орхидеи у меня растут в амхе, в амху, как мне делают частенько замечания. Смысла только я в этом не вижу. Ну, пусть люди мы все разные, у нас у каждого свои интересы. Кто-то кого-то хочет подправить, кого-то подучить, ну, а кто-то просто прислушивается к советам. Ну, и таких гораздо больше. Возьму я спронцовку и в спронцовку наберу немного этого удобрения. Вот эта орхидея, это Редзион, так мне назвали
и дали ее название. Но я думаю, оно называется по-другому, но тоже что-то с красным связано, с редом. После того, как я ее пересаживала, она у меня долго-долго мучилась, но все-таки я хочу сказать, она пришла в нормальное состояние. Вот, хотя здесь я корней не вижу. Вот один единственный здесь корень, но корни точно есть внутри. Вот такие вот растущие корешки, поэтому поливается орхидея также с препаратом, где есть азот. Она будет растить все, и азот будет помогать растить не только цветонос, но и продолжать рост этих корешков. Сейчас я аккуратненько вот так вот понемножку смочу грунт. Ну и вот так вот вниз, где вода дойдет приблизительно 1 сантиметр по керамзит. Этого будет вполне достаточно, хотя орхидея красного цвета очень быстро выпивает воду. Я удивляюсь, проходит дня 3, наверное, и мох становится сухой. Как я и сказала, орхидея поливается таким препаратом именно из-за того, что она находится в росте не только цветоноса, но и корневой системы. Ну и также вот эта орхидея, это меня иногда спрашивают о ней. Это подарок был мини-орхидеи в полосате, где один цветонос цвел бабочкой, а второй просто стандартом. Также растет у меня в мху. Орхидея пересадилась из мелкого грунта, в котором она покупалась, буквально через недели две. Я заметила, что как-то ей туговато, поэтому я часто делаю пересадки, меняю посадки. Если мне что-то не нравится по виду орхидеи, я стараюсь ей сделать обратное. Если я вижу, что, например, в мелком грунте что-то сыро или как-то ей неудобно, я меняю грунт на более крупный и горшок мини стараюсь поменять. И вижу, что орхидеи все нормально, все нравится. Вот так вот часто мне приходится менять посадки уже в зависимости от того, как чувствуют себя орхидеи. Поливаю также по верху, смачиваю мох, чтобы тоже была влага. Ну и остатки сливаю также вот на низ горшка по керамзит. Вполне достаточно. Эта орхидея просыхает дольше, несмотря на то, что там есть корни и видно их. Они уже вот практически дошли до низа горшка. Все с этим замечательно. Ну и от шейки, видите, растут корешки. Орхидея все адаптировалась, растет листик. Вот такой вот красивый крапчатый лист. Вот такие вот подкормки сегодняшних моих растений говорят о том, что я меняю препарат фосфор и калий в зависимости от того, что на данный момент происходит с орхидеей. Если орхидея не цветет и она готова к цветению, но тормозит в цветении, я ее поливаю именно монофосфат калия до тех пор, пока она не выдаст цветонос. Как только орхидея проклюнет цветонос, я уже считаю, что все нормально, и перестаю ее подкармливать. Подкармливаю уже один раз в 3 недели, но каким удобрением, это, наверное, по настроению. Но препарат вот этот Fertica Lux, еще раз вам покажу, я меняю стабильно или монофосфат калия, или фертику. Потому что все-таки в росте цветоноса немножко нужно азота добавить. Поэтому я как-то их чередую. Но скажу сразу, что я сейчас в данное время, в период зимнего времени, подкармливаю орхидеи один раз в месяц. Всего один раз. Ну вот, наверное, и все на этом. Сейчас я буду заканчивать свое видео. Говорю вам всем до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.